Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Ну что, будем смотреть, что у нас получилось вчера? Так, сейчас. Кто-то здесь мне клубнику сверху наложил. Да? Так, давайте. Сюда, значит, я переключаюсь сюда на мыло. Сделаем мы как-нибудь близко этот мастер-класс, попробуем. Покажем, как мы делаем, но чтобы было видно только вот то, что мы делаем. А не меня, вот так вот со стороны. Вот. Значит, разберем сначала это. Вот как я и хотела, чтобы оно перемешалось. Ой, что это у меня? Чтобы оно перемешалось, стало вот такое перемешанное, как клубника со сливками, с вареньем. Можно куда-то так на свет посмотреть. Вот оно такое янтарное, такое вот красивое мыло. Вот эти крапинки, это эти штуки, которые... Ёлки. Ну, скажите мне. Оно каждый раз будет получаться по-разному, потому что одинаково каждый раз сделать невозможно будет. Семена клубники. И в разрезе вот оно везде по-разному смотрится. Потому что мы же прокалывали, запускали этот клубнику туда, сюда. Вот, значит, такое получилось. И кофейное. Значит, очень кофейное получилось оно. Вот мне надо купить эту штуку, которую резать мыло ровно. Потому что у меня они получаются неровные кусочки. Сейчас мы тоже его посмотрим на свет. Вань, ты вчера светил этим фонариком. Оно просвечивалось прям, как будто бы кофе. В общем, вот такие они получились с добавлением кофе. Ну вот как-то так. Вот их надо в пакетике сегодня замотать. На этот. Все, видите, все разное. Ну, а сверху вот это натуральное кофе, это как для украшения. Конечно, оно смоется, конечно, оно отпадет. Но вот сразу видно, что кофейные зернышки вот такие вот падает. Вот так вот. Приехали к нам ребята. Поэтому вот. А? Эли звонит. Ну, Эли звонит, ничего страшного. Суета. Суета, ё-моё, блин. На это. Все такие на фоксе. Так, мама. Да? Я на 5 минут еще. Куда? Ну, можно позже. Шади. А на улице сегодня красота просто. Сколько, Илья, градусов было на улице? 16. Тут через несколько дней вообще будет у нас 8 градусов. 8 или 9 градусов. Аккуратно. Покажи нам Лизу близко. Лизавета. Вот она. Лиза. Лиза, Лиза. Вот такая красота. Да. Две красоты. О, ты тоже на лису похожа. Регина похожа на лису. Да, похожа на лису. Бежать тебе надо. Ну, отпускай ее в загон. Или что? Я хотела на руку. Да. Не покусайся на нее? Нет, не должна. У меня ее шерсть во рту. А зачем ты ее облизывала? Потому что твоя? Потому что твоя с твоей стороны идет. А ты на лису. Что ты поешь там? Ничего. Что ты там поешь? Ничего. Спой еще раз. Ничего. А? Похож на кота, хочу забрать тебя домой. Илюха там с лошадями обнимается. Главное держать крепко, чтобы не убежал. Ты вызвала Лизу, а ты чего это? Все. Будь готова попадать за пост. Главное, кусать будет не
отпускайте. Все, держи. И все. Значит, когда уехала сегодня съемочная группа, мы еще сделали еще вот такое мыло. Ромашка. Вот такая красота. Медовая еще. Вот это даже еще не упаковали. Вот это упаковали. И вот такие ромашки. Сюда добавили этот отдушку. Цветы луговые. И она действительно так цветочно пахнет. Вот так. Прикольненько. Потому что здесь мыло уже почти все закончилось. Потому что всем детям раздала туда-сюда. По много всякого разного. Вот, и что тут осталось? Ну, это вот утрешнее уже показывала. Так, еще сегодня приготовила. Дети должны были делать вот эти вот. Ну, может, еще вечером сделают сегодня или завтра будем заниматься. Хотим сделать алоэ вера. Вот. А вот это нужно замотать. Сегодня очень шабутной день такой со съемками и со всем. Ребята еще с утра отзвонились, сказали, что самолет задерживается, они приезжают позже, что будут у нас позже. Я говорю, да ради бога, в любое время. Алексей, он сам живет в Питере и уже не первый раз к нам приезжает. Они делали репортаж о республике, в каком году? Года 4 назад. Достояние республики, что ли. И вот мы тоже попали в большой фильм, наше семейство попало. И сейчас этот ролик тоже готовится к столетию как республики нашей. Так, сейчас я сяду так поудобнее как-нибудь. У меня сломалось все, стойка напрочь сломалась. Открутился болтик, вот вчера мы снимали, а потом я все это убираю, и бах, падает полностью вот этот держатель. То бишь мне нужно купить новую стойку. Значит, про что я? Про то, что ролик, не ролик, это будет фильм, поэтому он выйдет там не сегодня, не завтра, я не знаю, как это. Ну, я спросила Алексея, когда это будет, он говорит, я обязательно сообщу. В общем, наша семья опять попадет в этот фильм, который будет посвящен столетию Якутии. Вот так, очень приятно, знаете, даже так. Вот, и такая вот, после того, как уехали, такой, знаете, так все, фух. Спала какая-то, не то что напряженность, но какая-то все равно в ожидании гостей и все такое, как-то так. Вот. Потом вот мы поделали мыло, что еще? Да вроде бы такого ничего серьезного не делали, но я мыло не снимала, потому что я говорю, у меня нет этого держателя. Поэтому обещанный мастер-класс будет как-нибудь потом. Поскидывала несколько роликов в ТикТок, посмотрела ролики и несколько роликов на каналах. Я была в шоке, честно. Вот честно. Там в черном пакете я оставляла еще мясо. Я не знаю, Олег, я не видела. И про что я? Про то, что посмотрела ролики, как люди в панике, что вдруг... Ну, ладно, там Ладно, дубль два. Монетизацию там сняли. Ну, елки-палки, что из этого переживать? И все такое. Кто-то переживает, что там канала, ютуба не будет. И все такое. Вы что? Я не понимаю этого. И говорят, что тяжело сейчас вот как бы так работать. Почему все воспринимают это как работа? Я не знаю. Ну, может быть, мы какие-то не такие вот чокнутые, что для нас вот это просто общение. Это... Я уже говорила, что это такая небольшая отдушина в нашем таком вакууме, где мы живем. И это вот получается общение с внешним миром. Это наш архив, канал. Печально будет, конечно, что если вдруг он исчезнет и там ролики исчезнут. Но я надеюсь, что YouTube останется. Там, может быть, просто мы потом можем просто смотреть, что такое будет и что это все сохранится. Но, а переживать из-за этого? Мне будет печально, конечно, и потому что я привыкла к вам, дорогие зрители. Я могу сказать уже друзья, потому что я некоторых узнаю по... Даже несмотря на ник, я узнаю, кто как пишет. Вот по написанию, по настроению текста и все такое.
Этого будет, конечно, не хватать. Ну, ничего страшного, есть, наверное, какие-то другие площадки, но в дзене пока у меня не получается. Я очень трудно обучаемый ребенок, можно сказать. Мне это очень тяжело удается. Либо у меня интернет такой слабый, но у меня как бы так туда не грузится. Ну, будем надеяться на лучшее, верить будем в лучшее. В телеграм-канале я сделала пробный канал и скидываю туда просто там вот, где дети пели у меня, еще что-то, какие-то ролики. Пусть оно там будет, лежит. У меня тогда же 29 подписчиков есть. Вот, ребята, я не знаю, как меня нашли там. Может быть, я в контактах у кого-то высветилась. А, наверное, из телефонной книги. Вот. Что еще? Ну, вроде бы все. Еще раз повторяю, что все будет хорошо. А на сегодня все. Всего самого доброго, светлого, хорошего и всего того, что вы сами себе пожелаете. Ну а сегодня пока-пока. Давайте.